Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, я очень рада видеть всех на своем канале. Сегодня речь пойдет о Надар Реви. Это такой исполнитель, у которого 18 марта был день рождения, и мы все дружно поехали в ресторан «Балкон», собственно говоря, отпраздновать его праздник. Что сказала? Там было очень весело, круто, приезжали различные всякие звезды. Меня туда позвал мальчик один, очень хороший фотограф, соответственно, я бы так, наверное, не попала. Это очень крутой фотограф Тони Блэкбери. Собственно говоря, я скину ссылки на его работы, если кому-то это интересно. Ну, просто, чтобы вы имели в виду так. В общем, сейчас вам покажу видео, и вы посмотрите, как прошел его день рождения. Для тех, кто не знает, кто такой Надар, это участник шоу «Голос 2», который был на Первом канале. И исполнитель был очень ярким и красочным. Собственно, вы сейчас это посмотрите. Прошу прощения качества за звук, который там есть. Я имею в виду про видео, потому что я стояла очень близко к колонке. И у меня просто дичайший перегруз на самом деле был. Просто дичайший. И такого у меня, наверное, не было ни в одном видео. Понравилось на этом празднике у ресторана «Балкон» просто есть огромная и классная мансарда, так скажем, выход на крышу, грубо говоря. Хотя я так и не поняла, это выход на крышу. Есть очень классный реальный балкон. Он выходит прямо на всю Москву, он выходит на мэрию города, поэтому снимать там нельзя. И такой маленький-маленький кусочек видео, который будет, это вот будет оттуда. Мы просто нам сказали, что лучше не снимать, потому что ругаются. Снимать не советую. Все. Потому что здесь правительство не знает. We'll be right back.
всем людям, которые окружают меня, которые делают меня лучше, я совершенствуюсь, общаясь с вами. И я хочу выделить одного человека, который находится здесь. Пелагеюшка, моя родная! Полечка, то, что вот все люди здесь, и то, что я здесь стою, на самом деле это... день рождения непосредственно, то, что ты дала мне, то, что ты дала, то, что сейчас мы выслушали, да, туда, в такой интерпретации, это все заслуга Пелагеи и ее мамы. Так что, друзья, это я не забываю, я все помню. И мало того, я вам хочу открыть секрет. Звукорежиссер, который работает и со мной тоже, это основной звукорежиссер Пелагеи. Сергей, спасибо большое тебе за звук. Поддержим нас, друзья! Это видео вам понравилось, хоть оно и было таким непонятным, потому что я была в роли оператора, меня там мало, мне там вообще даже нет человека рассказывать. Вот. И почему я это снимаю, просто хочется показать часть своей жизни, она связана именно с такой работой, с такими вот различными мероприятиями, поэтому, как у обычного блогера, который что-то рассказывает и снимает, я вот делюсь вот такими вот вещами. Ну, на этом все. Меня зовут Наташа Гром. Я действительно очень рада, что вы смотрите. Следующее видео будет совершенно другим. 25 и 26 апреля пройдет московское тюнинг-шоу. Я там буду снимать, поэтому, может быть, с кем-то из вас даже там встретимся. На этом я убегаю. Все, всем пока.